видно, насколько это востребовано и среди молодежи, и среди взрослого населения города. Поэтому я уверен, что мы подобные акции будем и не приурочены к празднику проводить. Но сегодня с огромной благодарностью русскому воинству, которое сегодня отстаивает честь нашей страны на передовой, мы все здесь и пытаемся помочь фронту, чем можем. Любой, даже незначительный какой-то жест, он помогает людям, которые защищают нас в этот день. Ну что, большое спасибо, и хочется как-то поддержать их в этот день и поздравить. Хоть как-то чем-то помочь нашим ребятам, нашим солдатам. Ну, прям это призыв такой, зов души, зов сердца. Поэтому и мы очень рады, что мы здесь сегодня несем какую-то свою лепту в это. Как-то ребятам помочь, согреть.